7 ноября 2021 года, город Кибули, Грузия. У нас облачность пошла, с утра был дождик, сейчас 14 градусов. Сегодня хотел пойти на рыбалку, но пришлось отменить. Через пару дней вроде бы должно потеплеть, до 20 будет солнце. Пойду, наверное, через пару дней попробую что-то поймать. Вот. У меня очередное изобретение. У меня возникала такая проблема. Утром, как поем, начинаю читать, клонит в сон. Засыпаю, дремлю. И начал думать, что придумать, как с этим бороться, с этим явлением. И придумал. Оказалось, что когда чего-то жуешь, то спать не тянет. Да. Вот я придумал для себя такие чипсы. Чипсы из кукурузной муки. Мука, вода и соль. Все это в виде блинчиков выкладываю на тефлоновую сковородку. Потом блинчики ломаю. И получаются чипсы. Очень удобно. Сидишь, жуешь, спать не хочется. Вот такое изобретение. Всем рекомендую. У кого такие проблемы. Ну а пока, наверное, буду дома сидеть. Что-то никуда идти не хочется в такую погоду. Буду сидеть в Ютубе. Смотрю что-нибудь интересное. Ну, может, еще почитаю. Вот так и живем.